Прежде чем мы начнем этот разговор, в связи с тем, что ко мне ходоки пошли по некоторым вопросам, я хотел бы публично озвучить проблему. Может, кто-то ответит на некоторые вопросы из присутствующих. Вице-премьеру, премьер-министр, глава комитета государственного контроля, выслушав это. Но поскольку следствие по этому делу идет, я не могу многие факты озвучивать, но те, кто пытаются на меня выйти, они услышат и поймут, что я имею в виду. Как пример, ОАО «Бабушкина Крынка». Знаете такое предприятие? Александр Михайлович тоже, наверное, знает, да? Вам желательно это внимательно послушать. В сентябре 2019 года на должность директора назначен господин Скитов. Сформировал свою команду. Многие любят об этом говорить. Команда, мы тут. Я всегда вас уберегал от этого. Никаких команд. Должна быть структура управленческая и прочее. Свою команду менеджеров, новую сбытовую политику. Полностью замкнул на себя финансовые потоки. Но смотрите, назначает на всех смели под контролем губернатора. Первый заместитель. Щучинский завод «Автопровод», Нестерович, ОАО «МАЗ», я не называю фамилии, директора филиалов назначают бабушкины крынки, начальник Борисовского РУВД и сотрудник ОБЭП. Они, кстати, курировали Борисовский мясокомбинат, где этот Скитов работал до сего времени. Наверное, эти милиционеры и прочее так хорошо контролировали этот мясокомбинат, что он их потащил с собой в Могилев. Бывший водитель Скитова, водителя начальником назначил. По производству сыров Белынежский, это бывший Борисовский комбинат хлебопродуктов, и родственники, двоюродный племянник, двоюродный брат и сын. Ну как же без этого? Опускаю эти все следственные действия. В результате года два мы работали с бандами этими. Да. Их 26 человек задержано, на данный момент 15 арестованы. Смотрите, чтобы не разбежались. В результате оперативно-расследовательных мероприятий были взяты в разработку 8 коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий. То есть сейчас начнут выть и кричать, было дело врачей, было дело еще кого-то, сейчас дело молочников. Я специально это при губернатора говорю, потому что это характерно для всех. Я просто взял бабушкину крынку, но отвечать будете все, притом жестоко будете отвечать. Отличительной особенностью деятельности владельцев фирм белорусских фирм явилось наличие подконтрольных, Роман Александрович, субъектов хозяйствования на территории России, что позволяло продавать молочную продукцию с минимальной наценкой, а затем реализовывать товар конечному потребителю по более высокой цене, занижая налогооблагаемую базу. Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович, тоже ответите, если будут ваши там лица. Там светятся и члены правительства. Я говорю, не называю пока фамилии, пока идет следствие. Путем подкупа отдельные коммерсанты получали право первоочередного распределения молочной продукции, масла, сыры, другой молочной продукции в свою пользу, а также возможность закупки продукции по цене ниже установленного индикатива. Значит, еще раз говорю, стало возможным, потому что у вас, Роман Александрович, нет системы реализации продукции. Многие там предлагают через биржу все продавать и так далее, но это ваше дело. Но как только замели этих деятелей, посадили куда надо, совсем другие цены на предприятиях. И все началось, господин Субботин, с Витебской области. Может быть, до вас. Может быть, до вас. Но не дай бог, губернатору предупреждаю. Косяки будут в вашу бытность,
Мало не покажется. Будет аж в глазах темно, какими бы вы надежными и преданными мне не были. Это вопрос не Лукашенко. Это вопрос государственной важности. Еще раз хочу публично, Василий Николаевич, предупредить вас. Это хорошо, что вы видите, фермы не убраны, еще. Это хорошо. Это с них спросим. Но вот тут вот ваши косяки. Мы этой темой занимались, поэтому... Садитесь, займитесь принципиально. Вчера я поручил председателю комитета всех переписать, всю собственность. А собственность там немерена. Собственности там немерено. Все должно быть изъято в доход государства. Есть. Ущерб мы видим, умножайте на 3, не все увидели, а может на 5. Согласуете со мной. Вся собственность должна быть у государства. Присаживайтесь. Обнаглели до крайности. Это наука Сергеенко, Наталья Ивановна, и вам тоже, как уполномоченным лицам. У вас в Минске конь не валялся. Занимайтесь. Разберемся со всеми.